Всем привет, говорит и показывает Москва, с вами Андрей. Сегодня очередное анбоксинг видео. Кстати, знаменательное. А знаменательно оно тем, что это моя первая посылочка с Алиэкспресса. Да-да, впервые заказал на этой бут-площадке. Ну, в моей градации, конечно, там продают одни бутлегеры, по моим ощущениям. Поэтому никогда с ним не связывался. Но тут, как ни странно, зачем-то зашел, уже не помню, и увидел эксклюзивную вещь. Эксклюзивная фигурка 2014 года. Очень удивился. Рассматривал фотографию со всех сторон. В общем, придраться не получилось. И решил заказать. Причем цена фигурки аналогичная, как на eBay. Только по факту там... Как заграждение, это цена доставки, а здесь доставка была бесплатной. Вот. Поэтому будет ли это апсет, посмотрим, что китайцы прислали. Или все будет круто. Вот. Ну, меня там просветили, что типа участники тоже на Алиэкспрессе что-то могут выставлять. Вот. Ждал эту посылку, вот пришла, очень быстро, кстати говоря. Но, что странно, пару дней назад зашел на Али, и там... Опять продавалась эта фигурка, уже в доступе не одна штука, а 999 штук, то есть уже забутлежили, что ли, тоже 2014 года эксклюзивная фигурка. В общем, не знаю, что там внутри, посмотрим. Так, ну давайте открывать, больше не буду ваше время занимать. Так, посмотрим. Упакован очень качественно. Молодец, продавец. Поставлю ему лайк за упаковку. Будем надеяться, кейс открывать не придется. Так, что у нас здесь? Да, хорошо упаковано. К упаковке вопросов нет. Ага, вот эксклюзивчик Comic-Con 2014. Та-да! А это оригинал фигурочки Ахава Хищника. Эксклюзив Comic-Con 2014. Так, смотрю, что пришло. Ну, конечно, упаковка. Что хорошо, упаковка как бы такая потрёпанная. Действительно, как будто бы давным-давно хранится. То есть это не новая вещь. Вот. Именно то, что было на фотографии. С помятостью вот этим все. То есть в этом плане совпадает с тем, что я видел. Вот. Наклеечка, да, там наклейка. Лаком все покрыто. То есть не могу придраться по качеству. Шрам вот у оригинала Ахава 2014 года. Если там темным так сделано, темной краской. На версии Ultimate там более светлый тон. Ну, конечно, не знаю. В общем, тянет на оригинал. Здесь вот даже, вот я обратил внимание, есть номер выбит. Артикулы, да. Вот в Мэке начинается какой-то шифр, да, вот из трех цифр. Потом номер. И дальше дата выпуска. То есть получается 28 января 2014 года. Сама полиграфия, вот такие вот цвета. Контраст такой, что вот аналогичный. Вот у меня есть оригиналы упаковок EVP хищников. Вот точно такой же контраст, точно такие же тона. Малейшие детали просматриваются. Ну, то есть номер есть. Еще раз посмотрите, кому интересно. Кто-нибудь может будет заказывать. То есть мне казалось сначала там цифры как-то криво пляшут. Но сейчас вот относительно ровно все сделано. То есть фигурка вся в лаке. Ну то есть очень качественно сделано. Не могу придраться вот по внешнему виду. Конечно, буду смотреть еще обзоры. Досконально все сравнивать. Наверное, в любом случае я серию... Хищников хочу добить. Когда-нибудь, если даже это
примеру, подделка, кажется. Будет оригинал, потом уже comparison какое-нибудь видео сниму. Вот. Но пока замечаний никаких нет. То есть они вот на бутлегах любят там шейдинг такой делать, типа смывки какой-то, вот. Weathering. Здесь ничего такого нет, все сияет, как вы видите. Кому интересно. Может быть, кто-то будет с чем-то сравнивать. Ну так вот, я такой довольный ждал эту, значит, игрушку. И там буквально пару дней назад появляется вот это объявление. Там их уже тоже вот этот Comic-Con 2014 ахавов. 1000 штук. 4 куплено, из них что-то такое там. Может быть, я уже не знаю, там какой-нибудь склад вскрыли с залежами. Поэтому, не знаю, может, там кто-нибудь продавец уже появился, который на том объявлении реальный став повесит. Смотрите, может быть, у вас есть шанс по нормальной доступной цене прикупить себе такую редкость. Ну, собственно, все. С вами был Андрей. Всем спасибо. Всем пока.